Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Антонио Сгарбосса, итальянский послевоенный и современный художник. Данных не очень много, но вот то, что мне удалось найти. Родился в Фонтане-Вива, Италия, 18 июля 1945 года. Начал использовать масляные краски, когда был совсем еще молодым художником. Позже родители решили отправить его учиться в мастерскую техники росписи посуды. Он начал свою художественную карьеру в возрасте 12 лет, посещая мастерскую художественной керамики в Бассано. Хорошо известен своими возвышенными работами в фигуративном стиле. В 1971 году был вынужден переехал в Швейцарию, где со временем основал собственную студию. В 1976 состоялась его первая персональная выставка. Сейчас его работы пользуются известностью во всем мире и опубликованы в различных художественных журналах и каталогах. Вернулся в Италию в 1975, открыл собственную студию керамического искусства. В 1978 году в галерее Дель Фьоре состоялась его первая важная художественная выставка, на которой были представлены личные и коллективные картины из различных городов Италии и Швейцарии. Он не только изображает кочевую и любопытную культуру сегодняшнего дня, но и демонстрирует глубокое знание цветопередачи, уходящее корнями в древнее прошлое. На самом деле свет определяет его многолетние стилистические поиски. Антонио Сгарбосса – один из самых ценимых и известных художников в Италии и за рубежом. В искусстве Антонио ищет то, что находится за пределами нашего обычного видения. Это довольно таинственная сторона, которая проявляется со всеми эмоциями и трепетом души. Ну вот такие данные я нашел в интернете о Антонио Сгарбосса, итальянский послевоенный и современный художник. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.